Здравствуйте. Вы смотрите «Спорт-экспресс ТВ». Меня зовут Александр Львов. Мы снова в манеже Сокольников, где вовсю бушуют футбольные страсти. Футбольные страсти по поводу 60-летия Олега Ивановича Романцева, который начинал в этом манеже, шел постепенно к вершинам «Спартака» как игрок, а затем как тренер. Давай передохнем перед игрой, тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда без... Мы говорим на чистоту сегодня о «Спартаке», с людьми «Спартака», с его легендами, с теми, кто принес ему славу и кто сегодня переживает вместе со всеми остальными за то, что «Спартак» никак не может вернуться туда, где его привыкли видеть болельщики, на свою золотую вершину. На чистоту со «Спартаком». Никита Павлович Симонян – советский футболист, советский футбольный тренер и советский и российский футбольный функционер, первый вице-президент РФС, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер СССР, кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством. Лучший бомбардир в истории клуба «Спартак Москва» – 160 голов, также является лучшим бомбардиром команды в матчах чемпионата страны – 133 гола. Чемпион Олимпийских игр 1956 года и участник чемпионата мира 1958 года. За сборную СССР провел 20 матчей, забив в них 10 голов. Никит Павлович, Романцев – это эпоха «Спартака». Романцев, безусловно, эпоха. 9 чемпионских званий, 9 раз приводить команду к чемпионству. Ну, иначе, конечно, не только эпохой, но и легендой его не назовешь. Спартак должен быть ему благодарен за его верное, добросовестное и качественное служение «Спартаку». В том составе, в котором я сам играл, я имею в виду, это вот пятерка нападения, Татушин, Исаев, значит, Сальников, Ильин, ну и ваш покорный слуга, Парамонов, Нета, ну и оборона, Тищенко, Масленкин, Огоньков, вот, ну в разворотах Ивакин. Прежде всего нашим принципом было... комбинационная игра, зрелищная. Отсюда, конечно, и результативная. Не то, что, понимаете, пас ради паса или вообще ради красоты. «Спартак» такого того времени, я думаю, доставлял немало удовольствия зрителям, которые проходили на стадион. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ну вот сейчас «Спартак» переживает не лучшие времена, естественно, вы переживаете по этому поводу. На фоне вот тех воспоминаний, связанных с «Спартаком» Симоняна, со «Спартаком» Романцева, как вы думаете, нынешнее состояние команды, чем оно вызвано, в чем дело? Прежде всего, я думаю, что от нашего поколения, так дальше поколение Бесковского, поколение Романцевского, конечно, сегодня «Спартак» уступает. Уступает, в общем-то, и в зрелищности, уступает и в результативности, и уступает в победах. Разве было когда-то, чтобы «Спартак» 11 лет был без чемпионского звания? Нет. Поэтому, наверное, причина здесь, прежде всего, в организации, общей организации футбольного клуба. Это подбор игроков, который каждый отвечает соответственно своей позиции. Ну вот многие говорят, что исчез так называемый спартаковский дух, вот это ощущение своего дома и слишком большое количество легионеров. Как вы считаете, это влияет на ситуацию в команде? Ну, из поколения в поколение, начиная, в общем, так сказать, с поколения Николая Петровича Старча, Андрея Петровича, Александра Петровича,
Все это ведь дух победителей, понимаете, он передавался. А сейчас, если подбираются, покупаются игроки за рубежа, ну, которым... Ну, разве они знают, что такое спартаковский стиль? Что такое спартаковский дух? Почему не получилось у Карпина? Ну, мне не хочется камень в огород Валерия Карпина бросать. Понимаете, он, безусловно, хотел, он работал. Ну, что-то не получилось у него. Хотя, в принципе, две серебряные медали, это тоже, в общем-то, довольно, так сказать, неплохой успех. Вот. Но то, что ему не удалось стабилизировать игру команды, ну, нельзя, в общем-то, охаивать труд тренера. Он хотел сделать команду, он стремился, он работал. Но смена тренера необходима команде сейчас? Ну, периодически смена тренера необходима. Где-то через какие-то 5-6 лет тренеру самому надо делать антракт. Делать смену и команды, понимаете? Ну а как же Фергюсон, который проработал там больше 10 лет? Нет, прав без исключения. Это Фергюсон и Мат Басби. Что скажете о кандидатуре Черчесова? Второй раз в одну реку можно войти? Ну я же входил второй раз в одну реку. И не просто вошел, а в 69-м году, в 68-м году. В 67-м, во второй половине, вновь меня пригласили. В 68-м мы стали призерами, в 69-м чемпионами. Я все-таки приветствую решение по Черчесову. Ну, будем... Он спартакец, у него есть харизма, у него есть, в принципе, дух победителя. Поэтому, и, конечно, думаю, что... Он, в общем-то, по всему видно, что у него и бытовая, и игровая дисциплина стоит на первом плане. Станиславу Саламовичу удачи. А вам здоровья. Спасибо. Валерий Леонидович Рейнгольд, советский футболист, чемпион СССР 1962 года, двукратный обладатель Кубка СССР. За московский «Спартак» сыграл 176 матчей и забил 32 мяча. Мне повезло в жизни, в моей, что я на протяжении 8 лет играл рядом с Игорем Александровичем Нетто. Я считаю, до сих пор это великий полузащитник советского футбола. Ну, можно как угодно, российского, советского, наш, россиянин. Потому что с таким человеком поиграть, заодно играешь сам, учишься каждую игру, каждую минуту, и в быту, и в жизни. Это лидер. Как может в данный момент играть московский «Спартак», одевая футболку с эмблемой «Спартака», когда выходят люди и не знают, что на поле делать? Вот многие говорят, что виноват Карпин. Да, виноват. Потому что есть же такая... Тренер всегда виноват. Всегда, да. Выигрывает тренер, выигрывает команда, проигрывает тренер. Это ясно. Но когда я понимаю, какой будет следующий вопрос... Насчет Карпина, я так понимаю, да? Я могу сказать в двух словах. Ну, не справился человек с работой. 5 лет все-таки работал. Тем два более, серебра. Да, два серебра. Ну, понимаешь, Саш, в чем дело? Какое серебро? Вот мы сегодня чествуем Олега Ивановича Романцева. Я вот стоял и думал, ведь последний успех «Спартака» был в 2003 году. И человек оставил свой пост. Ну, команда играла. Ведь самое, что интересно, ты говоришь, я критикую. Я критикую не то, что «Спартак» там очки не добирает. Играет в футбол в деревенский. Но никогда в жизни из традиции в традиции «Спартак» так безобразно, так по-деревенски не играл. Но это мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь. А как же, вот столько футболистов, такие зарплаты, такие трансферы дорогие. Что это, ошибки или просто стечение обстоятельств? Это не стечение обстоятельств, влияние времени нашего. Потому что, на самом деле, люди, перед тем, как ударить по мячу, он положил большой счет по контракту себе на книжку. Футболист обязан много получать. Это беда нашего советского поколения, что мы играли не за копейки. Но мы не думали о деньгах. Мы думали каждый о своем ромбике, «Динамо», «Спартак» и так далее. Но самое, что интересное, люди выходили и полностью отдавались. Я считал, что вообще за футбол нельзя деньги платить. Но в моем еще в детском понимании, в юношеском, было такое. Футбол должны играть голодные? Да, я еще играю в футбол, а мне еще за деньги платят.
Мы иногда так вот, Юра Севидов, Логофет, людей уже в живых нет, Галимзян Хусаинов, разговариваем, мы смеялись. Ребята, оказывается, за то, что мы делаем любимую работу свою, играем в футбол, мы же за деньги получаем. Но я к чему это говорю? Никогда в жизни на первом плане деньги у нас не были. Люди моего поколения, в том числе и спартаковцы, конечно, были влюблены вот в этот вид спорта, злые были. Я не зазря играл в такой великой команде, как «Спартак». Я, значит, что-то хорошее, какой-то след оставил. Я с всей души желаю нынешнему «Спартаку» пересмотреть позиции свои. А когда мне Никита Павлович Симонян говорит, что какие позиции там легионеры, там нужны каждому легионеру по переводчику. Они не могут понять, что такое «Спартак», что это шкура спартаковская, чем она дышит. Вот беда нашего спартаковского футбола. Плюс тренер, который тренировал Валерий Георгиевич Карпин, я в данный момент не беру его человеческие качества, я беру его профессиональные качества. Нет такой профессии хороший человек. Есть профессия профессионала, каким-то видом не занимался. Приход Черчесова – это надежда? Ну, можно сказать так, для меня надежда. Для меня надежда, что он пересмотрел многие позиции. Ведь, откровенно говоря, у меня открыт на сайте конференц-поле, и я там впрямую сказал, да, когда уходил Черчесов, я его критиковал. Но время прошло, может быть, он изменился. Я об этом говорю, переосмыслил. Может быть, обычно, говорит, на ошибках учится. Я думаю, что Стас пересмотрел свои позиции. Когда мне говорят, поможет он или нет, конечно, поможет. Я так думаю. Но здесь надо, ребят, понять еще одну вещь. Амкар ни в коем случае нельзя сравнивать со Спартаком. Абсолютно две разные позиции. От Амкара, мы сами понимаем, ждут там восьмерка, девятка, десятка, это достаточно. Потому что многие годы иногда Амкар на грани был выживания. Сейчас он впереди за счет Черчесова. Я думаю, что он позиции Стас пересмотрел. И самое главное... Я бы ему посоветовал обратить внимание на селекционную службу. Если он не обратит на это внимание, «Спартак» никогда не поднимется. С кем ты работаешь? Какой у тебя материал? Что надо для этого делать? Надо иметь хорошего, классного селекционера. Обязательно. «Спартак» должен наконец к этой проблеме подойти серьезно. Не должно быть балласта. От одного балласта «Спартак» освобождается, я имею в виду легионеров. 30 с лишним легионеров за 5 лет. За 5 лет, с ума сойти. А второй балласт приходит, а потом люди сидят, профессиональные центральные защитники, а Макеев у нас играет центрального защитника. Но это ни в какие ворота. Меня еще вот что потрясло, что когда я критиковал Карпина по делу, я ему в открытую говорю, Песяков не вратарь «Спартака». Не вратарь, не имеет права человек в «Спартаке». Не понял. Он ставил его до тех пор, пока он вообще все не провалил. Криока. Он не опорный хав. Человек опорный хав, он не пашет от штрафной до штрафной. Это не опорный хав. Выбрать пятачок, это не Копа Кабана в Бразилии, сами понимаете. Не слушал, ставил. Я беру его ошибки просто. Ему не я один подсказывал. Дальше. Я беру крайних, то ли полузащитников, сейчас модно называть, то ли нападающих. Был Макдиди. Казалось бы, ты бровочник, что ты должен делать? Но хотя бы 3-4 прострела в первом тайме – ноль. Все одни какие-то эпизоды. Это не устраивает болельщика. Потому что не будет забитых мячей, если не будет кинжалных прострелов, поставить защитников в полуоборот. Все, нет остроты, нет футбола, нет красоты. Дальше. Почему ты ставишь Макеева центральным защитником? Он и так-то крайним защитником играл не очень удачно, позиции терял. А здесь поставишь у него на затылке глаза, ставит. И в последней игре Санжи он ставит трех центральных защитников. Ну, ребят, играю в Москве с аутсайдером, зная, что Анжи терять уже нечего. Какая им разница, проиграл, выиграл. Потому что они так и останутся на последнем месте. Он ставит пять защитников. Ну, ребят, это уже грубейший просчет Карпина. Когда надо атаковать, забить им 5-6 в первом тайме и пойти кофе пить. Ну, так, грубо говоря. А вот то, что сейчас Фратри выступил заявлением, ну, коррумпировка болельщиков там, я не знаю, как еще называть, что Черчесова мы не хотим и так далее, и так далее. Стоит к этому прислушиваться или дело болельщика вообще следить за тем, как играет команда? К болельщикам надо обязательно прислушаться. Без болельщика нет футбола. У болельщика разные мнения абсолютно, Саша, ты знаешь.
Одни болеют и переживают, другие просто приходят похулиганить, те же спартаковцы. Третьи вообще бандиты. Ну, основная масса спартаковских болельщиков лучшие в мире для меня. Грамотные, достойные люди. Все нормально. Но дело в том, что то, что ты сейчас говоришь, это отголосок того, что он вот так расстался с Титовым. Потому что куда ни ходи, все-таки он наш любимец. С такими людьми надо очень берег. Символ, тот же Оленичев, тот же Андрей Тихонов, Цимбаларь, как от них Спартак отделался. Я тогда говорил, без прошлого нет будущего, и это аукнется. Вот сейчас аукнулось. Вот это все, что произошло с Спартаком, это то отношение. Романцев, по твоему мнению, могут сейчас вернуться в Спартак и работать? Спокойно. Но я, зная немножечко Олега Ивановича, я думаю, что Романцев может вернуться только в том случае, если дать ему карт-бланш. Если дать карт-бланш. Если не будут влезать. Это как вот нашего персонального тренера Челси, там, Челоти там, и так далее, и так далее. Они, подписывая контракт, наверняка там написано, не в раздевалку, ни мне в ухо не шептать. Я сам все делаю. Я беру обязательства, я не выполнил, увольняйте. Но пока я работаю в команде, на этих условиях Романцев пришел бы. И он бы, я даже уверен, он команду поднял бы. Валерий Валентинович Шмаров, советский и российский футболист, чемпион СССР и России в составе московского «Спартака». Лучший бомбардир чемпионата СССР 1990 года, 12 мячей. За «Спартак» провел 120 матчей, забив в них 38 голов. Скорее кончится второй тайм. Мяч летит в верхний угол, гол! Ну, это чудо, наверное. «Спартак» забивает на последней минуте. Мяч и счет становится 2-1. Мяч летит после удара Валерия Шмарова в девятку. Вратарь тут бессилен. Итак, «Спартак» чемпион. Валера, а вот смотря на сегодняшний «Спартак», ты вспоминаешь тот матч? С грустью. Ну, тот матч я вспоминаю всегда, потому что все-таки гол незабываемый. А нынешний «Спартак» не играет с киевским «Динамо», поэтому особых таких впечатлений нету. Что вообще ты думаешь о сегодняшнем «Спартаке»? Какие ощущения вызывает эта команда? Ну, «Спартак» играет, такое ощущение, как может. Не лучше, не хуже, а в свою игру просто. А хотелось бы, чтобы ребята все-таки, у них заиграло самолюбие, заиграло какое-то спортивное, такая злость, и они перебороли это состояние в себе и доказали всем, что они являются командой, которая может претендовать на золотые медали. Что вообще ты думаешь о сегодняшнем «Спартаке»? Какие ощущения вызывает эта команда? Ну, «Спартак» играет, такое ощущение, как может. Не лучше, не хуже, а в свою игру просто. А хотелось бы, чтобы ребята все-таки, у них заиграло самолюбие, заиграло какое-то спортивное, такая злость, и они перебороли это состояние в себе и доказали всем, что они являются командой, которая может претендовать на золотые медали. Они играют для себя, такое ощущение, а не для зрителей и для болельщиков. Вот сейчас принято говорить всегда, вот раньше и трава была зеленее, там и деревья выше, и «Спартак» был лучше. Я все время вспоминаю Никиту Павловича Симоняна. Вот говорят, он рассказывал нам, говорят, что футбол стал быстрее. А как он стал быстрее, если люди такие же и бегут они так же? Он говорит, я за 3,9, там 3,8 бегал 30 метров, и сейчас так же бегают. А как он может стать быстрее? Просто сильнее мяч летает. Он просто стал более атлетичный, более силовой, а быстрее он никак не стал. Поэтому какие-то сравнения, там трава зеленее, деревья крепче или что-то там неуместные.